Физкульт, привет, друзья и ученики, всем, кто не спит. Есть желающие пообщаться, поотвечать, позадавать вопросы. Сейчас очень актуально будет поговорить о вопросах жиросжигания, похудения. Несмотря на то, что уже очень много всего написано у меня, статей, книг, не только у меня, у многих, кто пытается, кто берет на себя смелость, ответственность тренировать людей. У нас только час дня, солнышко, вышел после тренировки позагорать. И буду отвечать на ваши вопросы, если, конечно, вы будете их задавать. Что самое главное хочу сегодня вам рассказать. Самое первое, друзья, не ведитесь на различные предложения о супермарафонах, суперсушках. Был уже вот у меня сейчас прямой эфир, пока я ехал домой, говорил вам об этом. И, естественно, не ведитесь на различные суперпрепараты, продукты, таблетки, уколы, пояса или еще что-то в надежде на то, что получите быстрый результат от этих самых препаратов. Не существует, как вы уже знаете, в современных жиросжигателях эфедрина. Псевдоэфедрин не в счет, поэтому на самом деле не стоит их покупать. Лучше купить аргинин, купить БЦАшек, грамотно их принимать и на фоне хороших силовых тренировок, восстановления, отдыха, сна и, самое главное, питания полноценного, рационального, вы будете получать результат. Этот результат может быть не быстрым. Он может быть годами вами выстрадан, но это будет тот результат, который останется с вами навсегда, который будет радовать вас, ваших близких, именно по той простой причине, что вы получите его без риска потерять здоровье. А это самое важное. Я думаю, вы все прекрасно это понимаете. Все, что быстро приходит, также быстро уходит. И когда организм быстро теряет в весе, к сожалению, чаще всего это вода и мышцы. А нам с вами необходима и вода, и мышцы для того, чтобы избавляться от жира. Как бы это парадоксально ни звучало. Поэтому самый простой способ знать, понимать, что когда кушать, через призму инсулина, как грамотно тренироваться, вечером совершать прогулки, растягиваться, и будет вам счастье в виде хорошей фигуры, в виде хорошего здоровья. И самое главное, вы будете себя хорошо, прекрасно чувствовать. Солнце очень сильно греет, настолько, что телефон перекрывается, надо в тенек пересесть. Если что-то дается очень быстро вам и легко, то чаще всего это дается вам через ваше здоровье. А кому это нужно, друзья? Никому. По крайней мере, здравомыслящему человеку. Но то, что вы наработаете, то, что вы измените свое пищевое поведение, свою физическую активность грамотно настроите, будете делать силовые тренировки, не будете делать излишне много кардиоработы, которая пережигает преимущественно мясо, а не жир. Будете питаться через призму инсулина, будет вам счастье и здоровье. Друзья, задаем вопросы, не стесняемся, потому что этот эфир сегодня как раз для того, чтобы вы задавали вопросы, я на них отвечал. Кстати, не забывайте задавать вопросы на конкурс, потому что сейчас объявлен конкурс мной. От меня будут хорошие подарки самому лучшему вопросу от парня и от девушки. Но
вопрос должен быть новым и интересным. Вопрос должен быть таким, который раньше уже не звучал. Поэтому давайте напрягать мозги. Это своего рода философия. Я думаю, и я уверен, она будет интересна очень и очень многим тем, кто занимается физической активностью. Ну что, друзья, смотрю я, у вас вопросов нет. Будем, что ли, завершать прямой эфир? Нет, вот кто-то что-то написал. БЦА без вкуса, после приема на следующий день аллергия, пятна, чем заменить? Ну, к сожалению, ничем. Можете попробовать другого производителя, если такая же будет ерунда в виде аллергии, то придется отказаться от чистых БЦАшек. Егор, очень прошу вас снять для нас видео вашей зарядки для позвоночника. Старое видео совсем не могу найти. Да вы что, друзья, у меня этих видео вообще очень-очень много. И даже на главное видео, на заставке к каналу, видео с гимнастикой. Ну, как-нибудь, может, еще сделаю. Очень нужна ваша зарядка. Пожалуйста, сделайте новое. Ну, неужели сложно найти? Ведь прям наберите. Гимнастика для позвоночника, Heavy Metal Gym. Вам выйдет огромное количество роликов с гимнастикой. Ну, как-нибудь сделаю. В YouTube гимнастика, смотрите, все правильно. Ее там очень много, реально. Ну, как минимум 5 видеороликов есть. И самое главное, зайдите лучше на мой сайт hmgym.ru, почитайте статьи. В статьях есть ссылки на видео с гимнастикой. И это даже больше вы информации почерпнете именно из статей, нежели чем с видеоуроков. Давно не было Джанет. Может, снимите тренировку? Может, как-нибудь сниму. Джанет сейчас готовится к Европе, будет выступать первый раз в IFBB на конкурсе по бикини. Кстати, вместе с моей ученицей. Осталось 2 недели всего, поэтому не пропустите. Мы с ней не совпадаем сейчас, потому что она сейчас тренирует по утрам, тренируется совсем рано. Я стараюсь приходить уже, когда я выспался, поел 2 раза хотя бы. Редко с ней видимся. Но как-нибудь, может быть, сделаю ролик с Джанет. Джанет сейчас вообще в прекраснейшей форме. Выглядит шикарно. Похудела. Тонкая, стройненькая. Ну, с соревнований вы точно ее увидите. Есть видео специально для тех, у кого грыжи, протрузии в поясничном отделе. Есть отдельно для грудного отдела, есть отдельно для шейного отдела. Все это есть. Кстати, моя ученица приедет за неделю до соревнований. Мы будем с ней немножечко еще отрабатывать позирование, где нам, кстати, будет помогать Джанет. Вот оттуда точно видео вы увидите. Сниму, покажу. Другие девочки, может, еще помогут. Маша, Шенди, если будет. Будет много интересного. Сейчас еще много интересных роликов тоже запланировано, уже загружено на канал. Просто они выходят в порядке очереди. Если у вас есть какие-то интересные темы, вопросы, присылайте. Можете снимать свои видео. Если они будут хорошо, качественно сделаны, я их тоже выложу на канале. Давайте делать канал интерактивным. Если вы тренер, если вы пытаетесь стать тренером, снимайте, пусть о вас узнают люди. У бикинисток знакомых зубы крошатся на сушке перед соревнованиями. Жесть, вот про это можно. Ну, а что про это говорить, друзья? Действительно, когда жестко себя урезаешь и зубы крошатся, и месячные пропадают,
много на самом деле проблем со здоровьем возникает. Но нужно понимать, что спорт в любом своем проявлении – это не здоровье. Поэтому грамотнее всего заниматься для себя, сделать свой идеал фигуры. Это не обязательно соревновательная форма спортсмена, будь то бикинистка или бодибилдер. Главное – оставаться в рамках здорового процента жира на теле. Для каждого он индивидуален, но примерно это 11-10% для мужчин минимальное и 15-20% для женщин. Так что, друзья, потихонечку, плавненько, если будете делать все аккуратно, никуда не торопиться, вы будете улучшаться с каждым днем, сохраняя свое здоровье. Ибо вы знаете, что самое важное для нас – это как раз-таки сохранение здоровья. При максимально возможно, конечно, эстетически развитом теле. Я думаю, никто не будет возражать, что культурный, образованный человек – это человек, который развивается всесторонне. Не только развивает мышцы или не только развивается умственно, но еще и духовно. Только развиваясь во всех направлениях, можно считать себя и образованным, и культурным человеком. А банан после тренировки похудение можно? Вот тоже, друзья, этот вопрос уже миллион раз обсуждался и в видео, и в статьях. Не можно, друзья, а нужно. Почитайте статью «Похудение от А до Я» и прочтите статью «Инсулин». Неважно, худеете вы, набираете. Важно после тренировки сделать выброс инсулина. Для того, чтобы как раз таки мышцы росли, а жир сох. Банан – это самый простой способ поднять уровень инсулина после тренировки. Очень-очень важно это. Никогда не используйте, друзья, особенно сейчас это стало модно у девочек, корсеты, пояса. Кто бы не рекламировал их, это все очень и очень вредно и опасно. Это не уменьшает вашу талию. Талию уменьшает грамотное рациональное питание, хороший тренинг и упражнения в вакуум. Все остальное, друзья, от лукавого и развод лохов на денег. Однодневное голодание можно? Пробуйте. Нужно просто понимать, что голодание – это очень-очень сложный инструмент. Лезвие обоюдоострое. При безграмотном его применении вы можете навредить себе больше, чем помочь в выздоровлении или в каких других задачах и целях вы ставите. Книгу мою можно купить через меня. Пишите мне в личку ВКонтакте, я расскажу, как это сделать. $25 стоит. И женский вариант, и мужской. Скоро мужской вариант выйдет во всех книжных магазинах в очень шикарном исполнении, в очень хорошей обработке. Егор, здравствуйте. А для девушек ступени такие же, как для мужчин? Нет, только первая ступень такая же. Все остальное другое. Поэтому у меня есть две книги. Одна для девушек, одна для мужчин. Важно это понимать, разницу чувствовать и идти грамотно по этому направлению. Книга что для мужчин, что для женщин рассчитана примерно на первые 2 года тренинга. Вам не нужен будет ни инструктор, никто. $25 и получите полную информацию пошагово, как что делать в питании, в тренировках, в восстановлении. Ну что, друзья, давайте будем тогда закругляться, прощаться. Если вам нужны такие эфиры, где мы будем делать с вами диалог,
когда я буду отвечать на ваши вопросы. Напишите, какое лучше всего время, в какой день, и, может быть, мы сделаем это постоянной рубрикой, чтобы было полезно вам, интересно вам, ну и мне, конечно, тоже. Кто хочет книгу, пишите мне в личку ВКонтакте. Сначала выйдет только мужская книга в печатном варианте. Сейчас они в электронном, и мужская, и женская. А женская книга в печатном варианте в лучшем случае выйдет в конце или начале следующего года. Все вопросы пишите в контакт мне в личку, то, что касается книги. Ну что, друзья, всем хорошего вечера, хороших выходных. Не переедайте, гуляйте, грамотно питайтесь, развивайтесь, обучайтесь. Самое главное понимать, что самообразование – это лучшее, что может быть и что вы можете сделать для себя, для своего здоровья, для любого достижения, любой цели, поставленной задачи, именно в вашей жизнедеятельности. Всем пока, увидимся в следующий раз.